22 листопада дніпровські перевізники на загальних зборах вирішили підняти вартість проїзду у маршрутках міста, згідно із рішенням виконкому 2015 року. 5,5 та 6 гривень тепер будуть новою нормою сплати за проїзд. На цей рахунок думка людей і перевізників дещо розходиться. Анастасія вже 10 років мешкає у Дніпрі. Приїхала з маленького провінційного містечка. Але транспорт мегаполіса назвати комфортним, каже, язик не повертається. Аж ніяк не відповідає дніпровські маршрутки ані статусу міста, ані ціні, яку тепер хочуть за проїзд. Повищені Вот что меня возмущает, вот этот прекрасный звук, эти прекрасные сиденья, подратые, засаленные, вот видно прям вот года этих маршруток, вот можно считать по количеству наслоек на сиденьях. На самом деле, я не понимаю, как экономически люди могут обосновать повышение. Какие-то средние цифры, о которых они говорят, это абсолютно непонятно. Если ежедневного учета нет, то я не понимаю, как они могли посчитать, что им не хватает. Пока не будет учета, абсолютно непонятно, почему мы должны покрывать какие-то вот разницы в ценах и в чем-то еще. У Дніпрі і справді ніхто не фіксує реальний пасажиропотік та обіг грошей серед перевізників. Тож економічні експерти також не бачать жодних причин змінювати вартість проїзду. Щоб бути впевненим в тому, що увеличення ціни увеличить налогове поступлення, надо быть гарантированным, что не будет сокрыта выручка, вот грубо говоря. А выручка в данном случае у нас не фиксируется. Не фиксируется выручка, не фиксируется нормально пассажиропоток, не фиксируется загруженность, следовательно, не доплачиваются налоги, и большая часть денег уходит просто в теневой оборот. Не получив вот эти данные, не можем вести речи ни об обоснованности никакой цифры. Водії маршруток нібито й розуміють. 23 центи за поїздку звучить несерйозно. А от переведи в гривні – зовсім інше враження. А їм кажуть, страшно вкотре дивитися на вартість пального, обслуговування і ремонту. Вони одностайні, зараз ціна занижена. Занижена, я об'ясняю. От у нас був проїзд рубль і була солярка рубль. Тобто зараз солярка 20, логічно, скільки має бути проїзд? Ну ми розуміємо, що нереально зараз в цій житті, щоб був 20 проїзд. Ну, занижено по-любому, потому что этот бизнес сейчас не рентабелен, однозначно. В связи с запчастями и соляркой, конечно, нужно повышать, потому что оно не рентабельно, оно прибыли сейчас не приносит. Надо просто сесть, посчитать, посмотреть, чтобы и владельцу автомобиля было неплохо, и чтобы водитель как бы тоже не страдал. Как считаете, люди вот смогут платить такую цену 6-7 гривен за проезд? Ну, зарплату увеличили. Минимальная была 1200, сейчас 3200. Конечно, смогут. Знаете, как повышается тариф, повышается план, повышается все. А повышается тариф только в том случае, потому что повышается горючее, повышаются цены на ГСМ, на все, и, естественно, вынужден. Дело в том, что уже было немножко повышение, 5,50 и 5. А вы теперь посчитайте, что 20 дней вы за 50 копеек едете туда, это 10 гривен. 10 гривен в обратку, а на 20 гривен это уже, извините, хлеб. Вот. И пока не будет вот эта минимальная заработная плата, повышение пенсий, я думаю, люди просто упадет пассажиропоток. Пассажирам підвищення, звісно, не до вподоби. Хоча сказати впевнено, обґрунтоване воно чи ні, люди не можуть. А в те, що якість машин буде краща, мало хто вірить. Не могу сказать точно, наверное, не мне высчитывать. Ну, как для населения, то хотелось бы, конечно, всегда подешевле. Реальная причина, вот именно сейчас повышение проезда, я не вижу. И разговаривал со своими, так сказать, коллегами, тоже никто не видит, почему именно сейчас надо повышать проезд. Что случилось? Сейчас резкого скачка на повышение горючего не было. Вот прямо сейчас, он был раньше. Тогда не повысили. А почему сейчас надо повышать? Ну, на данный момент, которая вот сейчас есть, она еще может держаться. И так будет цену еще надо ставить. Ну, как вам сказать? При этой жизни, то, может быть, оно и обосновано. Все равно ж ничего не будет. Все дорожает, значит, и это должно подорожать. Маршрутки в плохом состоянии. Ну, в бедном состоянии, собственно. Да, и, соответственно, повышение цену не имеет. Хотя бы 5 гривен, не больше, а то, может, даже и меньше. Пенсии, зарплаты на старом уровне. А повышают везде цены и растут. Поэтому надо сначала нормализовать зарплату,
і пенсія, а потім вже повишати. Маршрутчики говорять так: люди їздили, їздитимуть і будуть їздити. Платіть. А звідки платить? Откуда брати зарплату? Нету денег, ідіть пішком. Так відповідають всі. Пані Галина – працююча пенсіонерка. На одну пенсію бідкається жінка і не наїсися, і не наїздишся. І навіть пільга не виручає. Право їхати маєш, а скористатися ним не дають хамовиті водії. Я 152-ю маршруткою дуже недовольна. От я йду пенсіонерка, останавливаю маршрутку, він бачить пенсіонерка і проїжджає далі. Не бере мене. Потому что я не заплачу ему, у меня нету заплатить, я пенсионерка. У меня льгота есть на это. 152-я, это неоднократно так было. Это идиоты, это как вы мне надоели, чтобы вы уже повыздыхали. Это маршрутчики 152-го маршрута. Вот так с нами обращаються з пенсіонерами. Громадські активісти Дніпра – найбільш рішуча частина населення. Вони безапеляційні. Підвищення вартості проїзду не обґрунтоване. Його не можна допускати. Закликають містян 1 грудня приєднатися до ігнор-акції. Хоча б на один день 1 грудня відмовитися від використання маршруток. Кирило Бережний, Юлія Трофімова, Тарас Іванов, Олександр Височин, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.